Ну. Он плотнее. Он тяжелее. Говнюк. Украл. Чё ты за... Украл. А что ты туда поставил? Я думал, он все съел. Нет. Я вот это... Дорогие друзья, вы стали свидетелями кражи. Давай! Кражи века. Барса, Барса, Барса. Барс, смотри. Кража века. Кража века, все. Зохан, у меня там клетка. Ты знаешь, что вор должен сидеть в тюрьме? Нет, только лучше всех выглядит. Артур, вот так вот. Ты лишился каши. На обед суп, скажи. Ой. На. Барса. Стирать, да? Зось. Вот. Скатерть вон там еще. Да я вижу, что скатерть. Барса, смотри. Ну давай. Кто-нибудь это. Поднимитесь. Барсик, молодец, девочка. Руки дырявые. Ну давай, Зохан, давай. Во, да, не стесняйся. Испачкал, теперь вытирай. Это, кстати, новая модификация этой. Это биотряпочка. То есть она убирает практически любые пищевые капельки, там. Кусочки мяса может убрать. Хлебушек. Ну, хлебушек они обычно не убирают там. Рыбку могут убрать. Да, кашку. Кашку очень хорошо убирают. Все? Там Артур еще не заснул? Нет, он смотрит, как Зохан убирает со стола. Вообще, наглецы, Артур.